Привет, друзья! Пятница. Для кого-то развратница, для кого-то бутератница. Ну, кому что. А у нас сегодня пятничные анекдоты, как всегда. Но деревня, и приезжают к деду в гости внучка с мужем. Ну, такие день погостили, время к ночи, пора спать ложиться. И дед такой фигак залез на печку, а домик маленький, а молодые там расположились где-то внизу на матрасике. И дед только засыпать начал, вдруг слышит снизу голос такой. А давай, говорит, я сверху. А тут давай. Он такой, опа, ничего себе. И такой, ухо, и ближе к краю. Оттуда опять, а давай, говорит, я сзади. Давай. Он такой, нифига себе, еще ближе. И вдруг оттуда, а давай кандыбобриком. Он такой, чего, как, еще ближе к краю, как наебнется с печки. А там кастрюли, тазы, грохот, шухер до небес. Внучка подрывается, свет рубает. Дедушка, ты чего? Дед такой, чего-чего, трахаться по-человечески надо. Пока, ребят, всем здоровья и процветания.